Величайший педиатр 20-го столетия, основатель кафедры педиатрии Роман По, академик Георгий Несторович Спиранский, начиная цикл лекций, всегда вспоминал своих предшественников. Их портреты висели в его кабинете, напоминая, что опыт – это главная составляющая медицинской науки. Медицина 21 века развивается с невероятной скоростью. Но, как показала пандемия коронавируса, медицинская наука – это прежде всего опыт. Опыт диагностики и лечения маленьких пациентов. Цикл передач «Диалоги с профессором» является уникальной возможностью познакомиться с опытом ведущего педиатра страны. Заведующая кафедрой педиатрии имени академика Спиранского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заслуженный врач России, профессор Ирина Николаевна Захарова совместно со своими собеседниками разбирает интереснейшие случаи из своей обширной практики. Дорогие доктора, вы тоже можете вступить в диалог с профессором. Ирина Николаевна ждет ваши вопросы, ее ответы придут на вашу электронную почту. Итак, Ирина Николаевна начинает. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Сегодня с доцентом нашей кафедры Ириной Владимировной Бережной мы продолжим обсуждать введение продуктов прикорма и сосредоточимся на теме безопасность детского питания, что правильнее использовать продукты собственного приготовления, потому что есть и такое мнение, говорят, а вот если я буду своими ручками это все тереть, а может быть, я передаю свою любовь ребенку. Но я всегда говорю, знаете, для этого высвободите время, да, отдайте это нежным объятиям ребенка, поговорите с ним, нечто, нежели вы будете час потратите в течение дня для того, чтобы это все тереть и так далее, а при этом будет ребенок кричать в кровати без должного внимания. Поэтому мы поговорим немножко об органическом питании, ну а начнем с классического определения здоровья человека. Мы понимаем, что социально-экономические факторы оказывают существенное значение, система здравоохранения, да, генетика, ну вот разные данные от 30 до 50%, образ жизни, характер питания, конечно, это колоссальное значение на здоровье человека и даже на нашу иммунную систему. Ну вот всегда известная цитата, да, которую еще отстаивали старые врачи, о том, что дети – это не маленькие взрослые. И развитие педиатрии начиналось со Степанов и Меча Хотовицкого. Мало кто об этом знает, потому что это был известнейший гинеколог, которому просто дали вести палату, где были шестеро детей, и он настолько увлекся, естественно, он уже был возрастной, а, наверное, его чувства переполняли к детям, он понял, как они, эти бедные детки, умирают, и как важно сохранить их жизнь. Поэтому он стал первым российским педиатром. И вот мы понимаем, что дети в силу своих морфо-функциональных особенностей, своих органов, систем, они имеют больше риск воздействия на них токсических веществ, содержащихся в продуктах питания. Почему? А у них много воды. В тканях очень мало жира, да, они еще не накопили. И это влияет на концентрацию токсических веществ в их организме. Но вот если мы посмотрим на целый ряд органов и систем, мы понимаем, что органы и системы формируются, и, конечно, они имеют абсолютно разную чувствительность к токсическим веществам. Часть проходит через гематоэнцефалический барьер, поэтому они могут накапливаться в жировой ткани головного мозга. Часть поражают печень, почки, да, а это важнейшие органы, которые находятся в стадии созревания. Поэтому если мы с вами обсудим вот эти органы, то головной мозг незрелый. А гематоэнцефалитические, гематоликварные барьеры повышенной чувствительностью обладают ткани к воздействию токсических веществ. Это первое. Печень
тоже есть морфофункциональная незрелость. Возможно, еще некое снижение ее детоксикационной способности на фоне воздействия вот этих токсинов. Желудочно-кишечный тракт. Мы знаем, что у малышей он также незрелый, обладает повышенной проницаемостью и большей вероятностью абсорбции токсинов. Ну и почки. У деток низкая скорость клубочковой фильтрации, более низкая элиминация токсинов. Ну вот наш главный врач, профессор Османов Исмаил Магомедович, в свое время провел потрясающее диссертационное исследование. Эта статья более свежая, но он как бы исследование проводил, конечно, в 90-х годах. И проводили под руководством его научный консультант Майя Сергеевна Игнатова, вы знаете, наш такой ведущий советско-российский нефролог. И под руководством Исмаила Магомедовича непосредственно при его участии проводилось изучение влияния тяжелых металлов на формирование патологии почек у детей города Зеленограда. Был выбран город Наукоград. Ну, в общем-то, известно, что там сосредоточено много научно-исследовательских институтов, обсуждается возможность наличия в почве, в воде солей тяжелых металлов. Поэтому было обнаружено, исследовано, обратите внимание, масштаб 16 тысяч детей в данном регионе. И было обнаружено, что вот частота органов мочевой системы приблизительно составляла 187 на тысячу детского населения. И если сравнивать с известными данными Маргариты Петровны Боровиковой из города Калуги, которая до этого делала диссертацию докторскую по именно Калужскому региону, но еще отпустите 10 лет до этого, она выводила формулу, что где-то там 26 на тысячу детского населения. То есть сравнивая Наукоград, да, именно с данной Маргариты Петровны Боровиковой, получила в среднем больше, чем в 6 раз в среднем по Российской Федерации. А что показало это исследование? Проводился анализ экскреции тяжелых металлов с мочой, выявило повышенное выведение кадмия, хрома, мышьяка, бериллия. А мы с вами прекрасно знаем, что эти дети, они, естественно, могут есть какие-то продукты с дачи, да, и в этом регионе. И, конечно, местные продукты, которые выращены на дачах, в водах, везде, в почве, могут быть эти соли. Поэтому в моче они выделяли кадмий, хром, мышьяк и бериллий. Он же показал, что гематурия изолированная или в сочетании с оксалатно-кальциевой кристаллурией способствовал снижению парциальным нарушением тубулярных функций почек. У трети была выявлена дисфункция почечных канальцев и тенденция к снижению скорости клубочковой фильтрации. Более того, было обнаружено повышение экскреции с мочой бета-2 микроглобулина. Интереснейшая диссертация Ларисы Юрьевны Поповой, которая проводилась в Оренбургском регионе, она тоже интересовалась экологически детерминированной патологией почек, но у нее были взяты территория тоже, которая была в Оренбуржье, регион, в котором было много промышленности. В этом регионе был высокий уровень в грунтовых водах железа, марганца, кремния, алюминия, никеля, бериллия, фосфора, цинка, меди, фенолов. И вот с этим высоким уровнем связывалось развитие тубулоинтерстициального нефрита и дисметаболической нефропатии. Поэтому было доказано, что вот эта повышенная экскреция или наличие в организме инкорпорации этих тяжелых металлов способствовало аллергизирующему действию. Кроме того, было обнаружено, что страдает иммунная система, эндокринная система. Поэтому целый ряд нарушений было выявлено у детей, которые проживают в этом регионе.
Поэтому Лариса Юрьевна разделила как бы детей на две части, которая проживала в регионе с высокой антропогенной нагрузкой и в регионе, у которых была обычный регион. Ну и на этом слайде было видно, что количество детей с изолированным мочевым синдромом было гораздо больше с микрогематурией, да, 63% против 55%. Аномалии развития, ну, здесь особого отличия не было, даже было чуть больше на 2% в контрольной группе, тубулоинтерстициальные нефриты. Но вот если сравнивать обменные, да, и тубулоинтерстициальные в среднем не было. То есть в основном изолированный мочевой синдром в виде микрогематурии. Исследование доктора Транковской показало, что, конечно, повышенная инкорпорация вот этих солей тяжелых металлов может приводить к большему риску аллергопатологии, поражению мочевыделительной системы, соматовегетативным, психоневрологическим расстройствам. То есть у этих детей с полимикроэлементозами, которые инкорпорировали свинец, кадмий, марганец, медь, и, как правило, они имеют низкий уровень цинка. Поэтому доказана достоверная связь между накоплением у детей токсичных микроэлементов. А вот это исследование доктора Ивановой 2010 год, которое обследовало 7500 детей Чувашской республики с помощью ультразвука, и было обнаружено, сравнивая с другими регионами, по отчетам, она обнаружила, что более высокий уровень врожденной патологии почек у детей, сниженный уровень цинка и вот как раз в этой водно-пищевой цепи. Ну вот если мы посмотрим на карту Российской Федерации, поэтому мы с вами обратим внимание, что зелененькие – это вроде бы как бы благоприятные регионы, но они не очень благоприятны в плане сельскохозяйства, например, якутский, да, регион, то есть вечная мерзлота, ничего особенного там не вырастет. А вот те регионы, которые условно центральное Черноземье, да, посмотрите, сколько регионов, они опасны после экологической экспертизы, то есть мы видим, что как раз высокая степень загрязнения характерна территория, к территориям, которые как раз прилегают к крупным городам, в котором развита промышленность. Но опять же, это слайд чуть устаревший, наверное, то есть это приблизительно 10-летней давности. Мы понимаем, что сегодня многие заводы стоят, да, не сыпят так удобрения, поэтому все немножечко становится лучше. Но давайте посмотрим состояние загрязнения почв Москвы и Московской области. Мы видим, что как раз регион, ну, центр Москвы, поэтому все дачи, которые прилежат к МКАДу, да, соответственно, Орехово-Зуево, Шатура, регионы юга, да, то есть мы видим, ну, некоторые критические регионы здесь указаны. Поэтому мы видим, что есть среднее содержание тяжелых металлов в 10 и более раз превышает норму как раз на дачах заражение свинцом, цинком, марганцем, предельно допустимая концентрация в 1-3 раза. Ну, время пока было такое, что многие дачи засеивали травой, как у нас в Химках, да, то есть мы ничего не выращиваем, потому что я прекрасно знаю, что почва сейчас, да, заводы рядом, которые находятся, не очень-то сильно загрязняют, но тем не менее я помню, да, 10-летней давности данные о том, что в принципе как бы не очень хорошо мне сеять зелень, потому что почва не очень хороша. Ну вот если мы посмотрим поверхностные воды, опять мы видим превышение ПДК в реке Оке органических веществ 1,5 раза, фенолов 4 раза, аммонийного и нитритного азота в 2, нефтепродуктов в 5 раз. Это опять любители вот той стороны, Орехово-Зуево, Ногинск, и опять по реке Вол, по реке Москва южнее, до того, как она... Ну, опять вот недалеко от Луховицы и так далее. Русское, Озерненские водохранилища.
Там тоже содержание фенолов выше ПДК в 5 раз, нефтепродуктов в 4 раза, меди в 14 раз. Посмотрите данные по кадмию в почве. Здесь тоже данные Российской Федерации. И чем темнее, да, тем опаснее. Но там, где все светленькое, не удивляйтесь, там просто нету данных. Да? Поэтому мы говорим о том, что кадмий – это тяжелый металл, который оказывает влияние на организм. Его сигаретный дым имеет тоже в своем содержании. Поэтому кадмий может быть канцерогеном, в дыхании частиц способствует раку легких. Сигаретный дым содержит тоже кадмий, поэтому опасно пассивное курение. Поэтому, говоря о кадмии, мы говорим о том, что листовые овощи, злаки, картофель, выращенные на почве, которые содержат большое количество кадмия, могут нести угрозу. Поэтому вот в этом плане накапливает что? Печень и почки морских обитателей и животных. Недаром и печень, и почки, в принципе, называются субпродукты, и не очень-то они рекомендуются детям, да? Не только потому, что почки надо особо готовить, они содержат мочу, там их надо вымачивать, а просто почки и печень – это органы выделения, и колоссальное значение имеет именно экологические особенности. Поэтому многие промышленные предприятия, особенно металлургические, выделяют в атмосферу большое количество кадмия, поэтому люди, проживающие, тоже относятся к людям, которые проживают в регионах риска. Ну и фосфатные удобрения. Правда, конечно, в некоторых из них много кадмия, но мы понимаем, что, конечно, сегодня так просто удобрение, как в советские времена едешь, куча насыпана белого, да, рассыпали удобрения или мешки с прошлого года валяются. Сегодня мы этого, конечно, не увидим, потому что это все уже теперь не государство, это все частное, поэтому никто этого не делает. Если говорить о вдыхании кадмия, то, конечно, может даже повыситься температура, может появиться озноб, может быть повреждение легких, кашель, ну и даже вплоть до гибели больного. Поэтому мы говорим о том, что люди, которые живут рядом с производством кадмия, у них очень высокий риск развития рака легких. Поэтому, говоря о поступлении кадмия вместе с пищей, мы говорим о том, что, конечно, при регулярном употреблении металл может накапливаться, опять же, поражение почек, остеопороз, поражение печени. А теперь вспоминайте работы Исмаила Магомедовича Османова, работы Ларисы Юрьевны Поповой, которая это доказала на детях. Что касается тяжелых металлов в почвах, то опять же те же самые картинки, чем сиреневее, да, тем большее содержание. Поэтому то центральное черноземье, откуда мы получаем продукты нередко, требует, конечно, если используется для выращивания продуктов для детского питания, это все известно, и выбирают только те хозяйства, у которых с почвами все в порядке. Ну вот говоря об отравлении свинцом, то посмотрите, страдает прежде всего центральная нервная система, бессонница, потеря аппетита, снижение либидо, депрессия, раздражительность, когнитивные нарушения, потеря памяти, головная боль, изменение личности и бред. А зрение, конечно, это частично выпадение полей зрения, галлюцинации, может быть, потеря слуха, во рту может быть необычный привкус, невнятная речь и так далее. Поэтому, конечно, мы видим о том, что, к сожалению, есть регионы, где тоже есть отравление свинцом. И вспоминайте наш ближайший городочек, пригород или условно район Москвы, Зеленоград, да, который тоже, в принципе, это все содержит. Поэтому, по сути, если мы говорим о том, что вот отработаны аккумуляторы, дорогие коллеги, ну вот они могут быть разобранными, да, на дачах, балконах. Дай бог, чтобы люди не сливали это в канализацию, да, потому что некоторые просто берут и сливают. Поэтому, что касается выхлопных
ядов, да, то это опять же все зависит от того, какие автомобили. Ну, сейчас идет замена старых автомобилей, у которых, в общем-то, процент выхлопа, в общем-то, высокий, да, поэтому, конечно, меняются машины, может быть, уже меньше все это будет попадать в атмосферу. Пожалуйста, Ирина Владимировна, интересную статью, которую она нашла. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Но если мы говорили о том, что было в советское время, что было там 10 лет назад, ну вот достаточно свежая работа, которая была опубликована в 2013 году, «Действие свинца на желудочно-кишечный тракт, секреторное, всасывающее, моторное, эвакуаторное нарушение. В почках были обнаружены полипептиды с молекулярной массой 11500 до 60 тысяч, которые содержали свинец. И что интересно, авторы пишут, что вот это механизм действия по типу конкурентного ингибирована связан с способностью замещать биовалентные молекулы, обратите внимание, кальция, магния и железа. Самые основные, да, то есть нарушение мышц, нарушение центральной нервной системы и хроническая гипоксия. И моновалентные с натрием. Так вот эти моновалентные натриевые катионы, которые были замещены, показали то, что у людей идет хроническое нарушение микроэлементного состава и нарушение кислотности щелочного равновесия. Когда это происходит хронически, то внеклеточная, внутриклеточная сигнализация, адгезия клеток, апоптоз, транспорт ионов, все настолько нарушается, что в итоге мы видим не только неврологические нарушения, но и состояние хронической интоксикации, что приводит вот к инактивации ферментов, которые служат антиоксидантной защитой, то есть резко уменьшается количество антиоксидантов, и даже если вы их даете в препаратах, они не работают, потому что нет того фермента, который должен это двигать. Уважаемые коллеги, да, конечно, мы знаем о том, что токсиканты можно обнаружить в продуктах питания, ну, например, метиловая ртуть, да, которую можно обнаружить в продуктах питания, которая может особенно опасна для детей и может привести к нарушению развития нервной системы и поведенческих навыков. Свинец обладает нейротоксичностью, кадмий очень токсичен для почек. Диоксины и диоксиноподобные вещества могут влиять на развитие репродукции. Ну и, конечно, охротоксин может быть токсичен для почек. Поэтому условно на сегодняшний день все как бы вот эти тяжелые металлы разделены на три группы. На класс «очень опасные». Первый класс опасности. Сюда мы можем отнести арсеникум, да, мышьяк, то есть кадмий, ртуть, свинец, селен, цинк и фтор. Умеренно опасные. Второй класс опасности – это бор, кобальт, никель, молибден, медь и хром. И малоопасные, то есть те, которые относятся к третьему классу. Это барий, вольфрам, марганец и стронций, да. Уважаемые коллеги, если мы посмотрим на те металлы, которые обладают токсическим воздействием на организм человека, то, соответственно, арсеникум может повредить клеточное звено иммунитета, да, мышьяк может вызвать дерматиты, гиперкератоз, жировой кепатоз, полиневриты, снижение слуха, развитие анемии, новообразование. Свинец может привести к нарушению порфиринового обмена, к поражению кровотворной системы, анемии, сердечно-сосудистой, например, развитием гипертонии, атеросклероза и почек. Соответственно, кадмий может привести к анемии, атопическому дерматиту, поражение печени, почек, легких, сердечной мышцы. Соответственно, ртуть к нарушению зрения, слуха, поражение центральной нервной системы, психических и гематологических нарушений. И алюминий может привести к нарушению памяти, нарушению процессов кроветворения, фосфорно-кальциевого обмена, снижению абсорбции железа.
Ну вот на сегодняшний день исследования целого ряда авторов, а здесь было защищено целый ряд диссертаций, но прежде всего Евсюкова, она доказала, что есть корреляция между уровнем свинца в крови ребенка и развитием аллергии в первые месяцы жизни. Работа Сивачаловой показала, что есть корреляция между повышением титр-антител к никелю в организме матери и ростом частоты энцефалопатии и простудных заболеваний у детей первого года жизни. А исследование, докторская диссертация Кудрина, которая делала ее в районах, по-моему, Северного Казахстана, в районах экологического неблагополучия, то он доказал, что есть увеличение риска формирования иммунодефицитных состояний, отставания в умственном, физическом развитии при избыточном поступлении вот тех солей тяжелых металлов, которые мы оговаривали. Ну, еще раз напоминаю, что исследование доктора Транковской показало больший риск дисгармоничного развития, увеличения частоты аллергопатологии, нарушения мочевыделительной системы, да, и, в общем-то, накопление токсичных микроэлементов приводит к дефициту эссенциальных микроэлементов, потому что они имеют некий антагонизм. Очень интересная работа была проведена в городе Ярославле. То есть они отобрали пробы пищевых продуктов нескольких детских дошкольных учреждений, работа 2011 года в городе, славном городе Ярославле. И оказалось, содержание тяжелых металлов в образцах сравнивалось с нормой по Санпину. Определяло содержание тяжелых металлов в волосах, ногтях, потому что они накапливают у детей как раз в возрасте от года до 3 лет, которые посещали эти ясельки. И детки ели как раз продукты, да, которые условно с общего стола. Не банки, да, а продукты с общего стола. Что получили? От 3 до 20% пищевых продуктов содержали тяжелые металлы в концентрациях от 0,5 ПДК и более. Превышение ПДК по металлам было отмечено для целого ряда продуктов. Это сливочное масло, творог, сметана, яйца, некоторые овощи и фрукты. Ну, мы понимаем, что помимо того, что мы едим, да, имеет значение кислотные дожди, которые чаще всего выпадают там, где есть что-то брать, да, далеко они не носят. Поэтому если ты живешь рядышком с заводом, который занимается продукцией там серной или азотной кислоты, то, соответственно, люди, живущие вокруг, не только дышат непосредственно на производстве, но все это вылетает, да, и все это оседает, поэтому то, что они едят, сами выращивают, тоже имеет значение. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Ну вот то, что говорила Ирина Николаевна, знаете, мы подняли с ней данные гидромедслужбы Советского Союза. И обратите внимание, география загрязнения почв пестицидами. Вспомните, что у нас всегда говорилось, что Украина, житница России, Молдавия, Азербайджан, Армения – это те республики, которые практически кормили Советский Союз. И обратите внимание, что произошло. По данным гидромедслужбы СССР, сильное загрязнение почв и водоемов от 40 до 80% – это Молдавия, Азербайджан, Армения, Узбекистан, некоторые районы Таджикистана. Среднее – это примерно 10-30%. Это Приморский край, центральные черноземные области, среднее Поволжье, северное Кавказ, Киргизия, Грузия и Украина. И слабая – это Западная Сибирь, Верхнее Поволжье, Московская, Омская, Курганская, Иркутская области и некоторые области Казахстана. То есть, по сути дела, мы с вами понимаем, что именно там, где производство развито интенсивно, наибольшее действие, да, различных химических веществ на окружающие почву, воду и животных, которых там выращивают. И когда мне родители говорят, что ну что вы, мы яйца покупаем в деревне у бабушки, мы овощи там выращиваем все сами и все для своего ребеночка. Спрашиваю, а где находится ваша дача? Рядом находится птицеферма,
рядом находится какая-то свиноферма, да, соответственно, где вы берете корма, покупаем на этой свиноферме, на различных вот, предприятиях, которые могут торговать продуктами, кормами животных. И если мы с вами посмотрим те данные, которые загрязнение сельскохозяйственных земель пестицидами, то, о чем говорила уже Ирина Николаевна, вот эта карта самая последняя. Но обратите внимание, что вот там, где очень высокая, да, это то, что мы имеем на сегодняшний день. И примерно умеренная с пестицидами вот это вот зеленый цвет. Практически все районы Сибири, они не являются сельскохозяйственными. И там, естественно, таких больших загрязнений нет, но те районы, которые являются сельскохозяйственными на сегодняшний день, к сожалению, вызывают у нас очень много вопросов. И с низким загрязнением у нас районов на самом деле вот в таких заселенных местах очень немного. Если мы с вами посмотрим вот регионы России, которые наибольше или наименьше подвержены влиянию пестицидов, то центральный черноземный район – это 15%, Московская область до настоящего момента 10%. Но надо просто помнить, что в Московской области у нас практически нет на сегодняшний день каких-либо сельскохозяйственных производств, а вот Иркутская область – это уже 90%. Волгоградская область – мы же очень любим различные овощи, фрукты и колбасные изделия, которые привезены с южных регионов. Вот, пожалуйста, Волгоградская область – более 90%, чуть меньше Ростовская область и Краснодарский край. Это более последние данные. А теперь посмотрите совсем последние данные 2019 года пестициды в почве. И мы с вами видим вот все, что является вот таким вот фиолетовым, да, это наиболее сильное загрязнение. И мы с вами вот настолько значительное, что практически продукты из этих регионов употреблять в пищу нельзя. Вот те северные регионы, которые не прокрашены, там просто ничего не проводилось, потому что сельскохозяйственных угодий просто нет, это крайний север. А вот если брать Сибирь, то все равно интенсивность средняя даже в местах, где есть тайга. Почему? Потому что, к сожалению, то, что есть в почве, просачивается сквозь реки и, соответственно, загрязняет окружающие почвы на очень большие расстояния. И если посмотреть на влияние пестицидов на организм человека, то это токсические элементы, которые чаще всего поступают с продуктами питания. Это то, о чем мы говорим о малышах. Да, когда мама покупает в магазине либо на рынке неизвестно что, готовит, и вот, к сожалению, ребенок получает еще и токсические вещества. О чем говорилось в самой последней работе, это о том, что в организм может попадать пестициды не напрямую, а косвенно. Например, выпив молока от коровки, которую кормили специальными кормами, либо выпасали на тех лугах, в которые питаются водой из загрязненных водоемов, да, ребенок получит те же пестициды в большом количестве. Национальный институт раковых заболеваний США показал, что фермеры болеют некоторыми видами рака гораздо чаще, чем остальное население. Рак кожи, полости рта, желудка, мозга и так далее. И некоторые химические соединения пестицидов могут вызывать рак яичников и рак молочной железы. Последние исследования показали, что наибольший риск воздействия пестицидов – это первые недели, когда происходит развитие нервной системы ребенка. Коллеги, это то невынашивание беременности, о котором очень часто говорят, когда они могут найти причину. Вроде бы здоровые родители, а тем не менее замершие беременности в раннем периоде. В ходе одного из исследований, обратите внимание, 6770 детей в возрасте от 6 до 19 лет. В моче многих из них, которые проживали в сельскохозяйственных районах, содержались некоторые виды пестицидов, которые приводили к проблемам с излишним весом. То есть те дети, которые имели метаболический синдром, который был связан в большей степени именно с тем, что, вот как уже говорилось раньше, не работают антиоксидантные системы за счет того, что идет блокировка ферментных систем, и даже если вы принимаете антиоксиданты, никакого положительного эффекта вы не получаете. Уважаемые коллеги, ну вот уже несколько лет назад появился технический регламент. Вот если сравнивать его с предыдущим регламентом, конечно, он внес очень много полезного. Посмотрите, вот если взять
содержание, например, в детских сухих молочных кашах токсических элементов, то посмотрите, во сколько раз были ужесточены вот эти все санпины, соответственно, практически там 20 раз и так далее. По микотоксинам раньше вообще не было технического регламента. По пестицидам все снижено в 10 раз, но и зараженности вредителями вообще на сегодняшний день не допускается. Ну, мы, конечно, ждем, да, что вот эта бы мечта исполнилась, чтобы продукты детское питание было бы особое до 14 лет, да, для детей школьного, дошкольного, до 3 лет, чтобы это было особое, специальное. Почему я так иронизирую? А потому что если это детское питание, то никаких искусственных красителей, ароматизаторов не должно быть. Откройте любую конфету. Главный потребитель – это ребенок. Какой только гадости там нет. То есть сплошь все имитация вкуса, запаха, да, и так далее. Поэтому, что касается технического регламента, это был шаг вперед в 2008 году по безопасности. Он сделал свое дело, но мы надеемся, что нас ждут еще лучшие времена. Поэтому вы видите, что на самом деле разрешено использовать только ароматизаторы натуральные, поэтому многие компании перешли на это. И возьмите то, что мы сегодня представляем вам продукцию российскую «Прогресса» под торговой маркой «Фрутоняня», у них же абсолютно все натуральное. Возьмите, у них натуральные кусочки фруктов, натуральные ягоды. То есть там нет. Вот откройте долгоиграющие любые баночки, там какие-то 3 месяца срок годности йогурт. Это что за йогурт? Да, это сплошь синтетика, он просто 3 месяца, да, там сплошная синтетика, одна химия. Поэтому то, что представляется у нас для детского питания, наше отечественное, должно содержать только натуральные ароматизаторы. Теперь, коллеги, посмотрите на вот эти искусственные красители. Но если почитаешь, да, «Солнечный закат», то не захочешь это дрянь есть. Или «Очаровательный», «Красный очаровательный», «Пунцовый» и так далее. Поэтому вся эта гадость с ешками, так называемыми, которые дают яркие краски, которые ребенку смотришь, рот, а они говорят, да он сосал какую-то конфету, а эта конфета несмываемая до вечера. Вот эта вся краска, да, она идет ему в рот. Последствия, они очевидны. Это риск аллергии, пищевой, атопического дерматита, бронхиальной астмы. Попробуй его вылечить. Вот маленьких детей холим, лелеем, убираем молоко, да, потом часто ничего не находим, а он все время подсыпается, потому что он ест всякую дрянь, и ничего вот этой синтетики ты не вытащишь. Поэтому иногда родители говорят, все, мы берем только в магазине эко, ну, если правда верить, что там продается все эко, да. Я видела таких людей, которые уезжали, например, на лето в Италию, на север Италии, вокруг этих замечательных озер. Они говорили, мы покупали каждый продукт только из магазина «Эко». И если уезжая, там раньше они в конце мая, то были, простите, вся кожа шелудивая, да, у ребенка, например, 5-6 лет, 2 братца, я про них говорю, то они приезжали абсолютно чистые, потому что они ели продукты экологически чистые. Поэтому риск патологии печени, других органов желудочно-кишечного тракта, заболеваний почек, вторичной иммунологической недостаточности, онкологии и так далее. Ну, наша национальная программа, в которой мы тоже принимали участие, да, вы видите, что в этой национальной программе сегодня она уже отметила 10-летие. В принципе, конечно, рекомендуются продукты и блюда прикорма промышленного производства. Почему? Они изготовлены из качественного сырья, они соответствуют строгим гигиеническим требованиям, показателям безопасности, имеют гарантированный состав, ну и, в общем-то, они гомогенизированы в соответствии с возрастом.
Существует целый ряд законодательных баз, ну, это технические регламенты на молоко, на молочную продукцию, на соки, соответственно, на безопасность упаковок, на соки из фруктов и овощей, на пищевые добавки, ароматизаторы и так далее. Поэтому прежде всего есть большие требования к производству по сырью. Вот по микробиологическому составу, наличие антибиотиков, гормонов, пестицидов, очень требования жесткие, готовые продукции. Опять же, по микробиологической безопасности, по показателям потенциально опасных веществ, по запрещенным компонентам, да, вот наличие этих искусственных красителей, ароматизаторов, геномодифицированного сырья. Ну и, конечно, ограничен, очень ограничен список пищевых добавок, которые разрешены в детском питании. Поэтому на сегодняшний день в последнем регламенте регламентированы формы микроэлементов, какая соль, конкретная соль. Производство должно быть выделено для детского питания только отдельная линия, помещение. По реализации продуктов только через либо аптеки, либо организации торговли, где есть условия для хранения. Маркировка обязательно должна быть для детского питания. Да? Ну и мы говорили с вами о том, что дети – это не маленькие взрослые, они более восприимчивы по своим характеристикам органов и систем к микробиологическим, химическим заражениям. Вода, используемая для приготовления пищи, должна быть безопасная как в химическом, так и микробиологическом отношении. Обязательно безопасность должна регулироваться законодательством. Ну и очень важно, чтобы правильно хранились. Поэтому мы говорим, что использование продуктов прикорма промышленного производства позволяет обеспечить стопроцентную химическую, микробиологическую, механическую безопасность, а также вот в этих продуктах идеальное соотношение пищевых веществ. Ну и, конечно, все пищевые вещества должны быть в максимально безопасном виде. Ну, 2 года назад я была в Госдуме на круглом столе на тему качества и безопасности пищевых продуктов. Обсуждались проблемы всех субъектов Российской Федерации, выступали директор института питания. Ну и вот те документы, которые были нам розданы как членам этого заседания, посмотрите, ну вот 5300 лабораторных исследований, проб, да, мы видим, 17% не соответствовали качеству. Поэтому, видите, ну, в третьих странах только всего 1% не соответствовал. В странах европейского сообщества 7,5%, Российской Федерации, вот то, что самое страшное, посмотрите, почти 20%. Поэтому обратите внимание, продукты животного происхождения среди исследованных партий продукции животного происхождения оказались несоответствующими. Посмотрите, из 22% молока и молочных продуктов рыба – очень маленький процент, всего 0,5%. Мясо и мясная продукция – 22%. Корма и кормовые добавки – около 2%. Ну, мед, да, продукты пчеловодства тоже много, порядка 8%. Поэтому вы видите, что, в принципе, те небезопасная мясная продукция – это фактически то, что нам поставляет на стол. Смотрите, Ставропольский край – половина. Оренбуржье – 27%, Воронежское – 24%, Амурское, ну, получше, далеко там, совсем, наверное, производства сейчас мало, всего 19%. Томское, когда я летела когда-то над Томским регионом, мне казалось, что я действительно вижу настоящую тайгу, где не ступала, очень низко летел самолет, просто леса, тайга непролазная, где нет дорог. Но, тем не менее, смотрите, 16,5% не соответствует. Ростовская 16, Нижегородская 13, Владимирская полегче рядышком с Москвой, Курская 10, несмотря на Курскую магнитную аномалию,
Красноярский край 10%, будем покупать костромские продукты около 8%. Поэтому мы видим, что профессор Горелов все время говорит нам про сальмонеллу, Людмила Николаевна Мазанкова про листерию, да, когда обсуждаем маленьких детей. Коллеги, по микробиологической продукции, может быть, особенно курица. По остаткам лекарств, смотрите, нитрофураны, метаболиты, тетрациклины, кокцидиостатики, пенициллиновый ряд, ну и, конечно, самое страшное – это диоксины. Поэтому если мы посмотрим по обращению вот этой небезопасной продукции молока и молочной продукции, то, опять же, Ставрополье в этом плане как бы самое худшее. Хотя, когда мы бываем там, нам хочется настоящего молочка купить на рынке, да, настоящие колбаски, всегда бежим на рынок. Поэтому, дорогие коллеги, вы видите, что то же самое в молоке: сальмонелла, стафилококки, антибиотики и так далее. Поэтому в Госдуме разрабатывается закон о детском питании, да, о том, что все будет лечебное, специализированное питание. Поэтому пытаются как бы привести с тем, что есть в Евросоюзе. Ну и ждем, не дождемся светофора на полках магазина. То есть помните, да, что красное это брать нельзя, потому что вредно. Желтенькое еще изредка можно есть, а зелененькое покупают. Да, это не только по некачеству, по содержанию пестицидов, а в принципе вредность продукта. То есть то, что очень сладкое, да, оно должно быть все красное. Поэтому красное – это сахар, соль, насыщенные жиры. Ешь, если нравится, но учти, что скоро начнешь толстеть. Желтым – повышенное содержание сахара, соли, насыщенные жиры. Ну, так вот поменьше, более или менее полезно, изредка на праздник. Зеленым – допустимое содержание, самые качественные, экологически чистые продукты. Ну, вот то, что мы говорили про сосалки, да, про… Посмотрите, они еще демонстрируют свои языки, а родители, которые все это дают, а потом ходят и лечат аллергию, тратят кучу денег на анализы дорогостоящие, да, и сажают уже на жесткую диету. Ну, что касается воды, то на сегодняшний день мы понимаем, что вода, хотелось бы пить ее свою, чистую, чтобы не было никаких искусственных добавок, чтобы она не подвергалась глубокой очистке осмосом. Ну и, в принципе, дистиллированную воду вредно пить, она должна быть слабо минерализованной. Но вот мы говорим о том, что современная система очистки в кранах, она тоже, в общем-то, опасна. Мы знаем, что и все как бы техника изнашивается, поэтому иногда в Подмосковье все содержит большое количество железа. Все знают на дачах, как борются, да, с железом и в унитазах, и везде. И, конечно, используют различные смягчители для батарей, чтобы, в общем-то, в ближайшем будущем это все не потекло. Что касается кипяченой или сырой воды, понятно, что сырая предпочтительная для организма, потому что соли. Вот, но кипяченая, она еще и вредна. Считается, что второй раз кипятить воду в чайнике – это вредно, поэтому надо хотя бы ее менять. Поэтому, конечно, при кипячении не только соли выпадает, но и сокращается содержание кислорода. Поэтому вот как бы надо пить свежекипяченую воду, но нельзя ее долго хранить или использовать. Что касается бутилированной, то все опять же зависит от качества пластика, то есть не должно быть полистирола, а полипропилен. Но вот, дорогие коллеги, кто любители заграничной жизни, кто ездит часто, вы же заметили, что нигде в ресторанах не подают теперь вновь бутылочную воду в пластике. Да, где-то в забегаловках она может продаваться, а вот ни в одном ресторане либо кувшин, либо вам дают бутилированную воду и возврат к стеклу. Да, вот эти дорогие воды, всякие Сан-Пеллегрино, да и так далее, итальянские, абсолютно полный возврат именно к стеклу. Поэтому, опять же, должен вступить был технический регламент,
по безопасности упакованной питьевой воды. Ну, надо проверить, вступил он или не вступил, потому что эпоха ковида все сдвинула. Поэтому, конечно, мы понимаем, что продукты прикорма промышленного производства имеют, конечно, массу преимуществ в силу химической, микробиологической безопасности. Очень важно не только гарантированный химический состав, но долженствующая степень измельчения. Очень важно безопасность сырья, ну и, конечно, сохранность витаминов и микроэлементов. Ну и мы всегда показываем этот слайд о том, какая есть зависимость смертности детей от инфекционных заболеваний в зависимости от дефицита массы. Да, поэтому мы всегда должны видеть этих детей, которые имеют повышенный риск умереть от любой инфекции, если у них есть дефицит массы. Поэтому исследования, которые проводились в университетской детской больнице имени Королева Фабиола, расскажет Ирина Владимировна. Исследование свежее 2018 года. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Коллеги, обратите внимание, что было идеей этих авторов. В ходе ретроспективного исследования были проанализированы истории болезни почти 4000 детей, которые поступали в университетскую детскую клинику Дании. И обратите внимание, что недостаточность питания уже при поступлении в стационар при разных совершенно патологиях была у каждого третьего ребенка. Если мы с вами посмотрим на то, как это распределялось, здесь еще более интересный момент. Вот из этих 33% у половины, у 14% была острая недостаточность питания. То есть острая недостаточность питания – это та потеря массы, которая возникла у ребенка на момент заболевания, до госпитализации. То есть это очень быстрая потеря массы. У половины, у 15% была хроническая недостаточность питания, да, и у 3,5% смешанная. То есть дети и так с недостаточностью питания резко потеряли массу на момент острого состояния организма. Еще одна очень интересная работа, которая была опубликована по поводу недостаточности питания инфекционных агентов, которые часто встречаются у недоедающих детей. Интересно было то, что в этом исследовании. То, что дети, имеющие уже недостаточность питания, имеющие недостаточность роста, недостаточность питания, тяжелую белковую энергетическую недостаточность, дети Эфиопии, да, мы понимаем, что страна очень тяжелая, очень много голодающих детей, но что самое ценное получено в этом исследовании, то, что у недоедающих детей потенцируется поликлональная стимуляция синтеза иммуноглобулина Е, причем они смотрели детей из паразитарных инфекции и без нее, и у детей, которые имели хроническую диарею, и на этом фоне недостаточность питания, у них уровень иммуноглобулина Е был значимо выше, чем у детей, допустим, при заболевании ВИЧ и даже паразитарной инфекции. То есть это лишний раз говорит нам о том, что формирование атопии у детей с недостаточностью питания в несколько раз имеет большие риски, чем у детей, которые имеют нормальный вес. Ну и если мы говорим о среднесуточном потреблении добавленного сахара и соли в зависимости от возраста детей, то обратите внимание, процент добавленного сахара даже для детей раннего возраста, вот здесь у нас есть дети, допустим, 3-7 лет, да, и вот розовенький столбик, самый первый, это рекомендации ВОЗ. Посмотрите, даже в возрасте 3-7 лет в два раза больше дети получают сладостей именно добавленного сахара, чем рекомендации ВОЗ. Практически это есть во всех группах. Если мы с вами посмотрим на соль, то вот розовый столбик – это рекомендации ВОЗ, и практически дети еще 3-7 лет соль чуть-чуть ограничивают, хотя они получают ее гораздо больше, чем рекомендовано ВОЗ. И остальные группы более старших имеют еще больший повышенный уровень потребления соли. С солью вообще очень интересная история, которая была связана с нашей космической отраслью. И когда проводились исследования на здоровых добровольцах, которых закрывали в замкнутом пространстве якобы длительное путешествие в космос, так вот они все очень жаловались первое время на то, что им не досаливают пищу, что пища мало соленая, досолите пищу. Когда
организаторы стали исследовать их состояние здоровья и уровень соли, который они получили, оказалось, что они получают 10 грамм соли в сутки. То есть это достаточно большое количество, но они все жаловались на недостаточность вкуса. Вместо того, чтобы увеличить количество соли, организаторы уменьшили соли до 7,5 грамм в сутки, и все абсолютно написали «спасибо большое, что вы досолили», вкусовые качества пищи стали намного лучше. То есть здесь зависит не от количества, да, а даже меньшее количество при определенном соотношении оказывает хорошие положительные эффекты. И очень многие мамы, когда дают соль, не понимая вот этих вкусовых необходимостей, да, передозирует именно эту ситуацию. Но и если мы с вами посмотрим на потребление фруктов, овощей, мяса, рыбы, соли и так далее, то мы понимаем, что каких-то продуктов явно не хватает, то есть дети не получают достаточного количества, какие-то продукты могут быть в избытке. Но вот что интересно, что дети, что первого, второго года жизни, что второго, третьего года жизни все равно не имеют то есть того сбалансированного питания, которое необходимо в этом возрасте. Ирина Николаевна. Уважаемые коллеги, ну, мы говорили о том, что программа наша немножко обновилась, она есть утверждена на сегодняшний день Минздравом, поэтому она во многом помогает. Есть как бы целый ряд национальных проектов, таких как демография, федеральный проект укрепления общественного здоровья, приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. И все эти документы направлены на улучшение рациона питания, улучшение качества пищевых продуктов в Европе, ну и в том числе в Российской Федерации. Поэтому на сегодняшний день, пожалуйста, Ирина Владимировна, данные Евросоюзского агентства по безопасности продуктов питания. Я бы хотела вернуться вот к этому слайду. Обратите внимание, да, те данные по Европе, которые есть, здесь дополнительная нагрузка, которая на производство. Оказывается, программа сокращения потребления сахара на Соединенном Королевстве. Есть израильская система маркировки. И вот, например, португальский налог на сахар. То есть чем слаще продукт, да, тем он будет стоить дороже, именно для того, чтобы его меньше покупали. Если мы с вами посмотрим данные Евразийского агентства по безопасности продуктов питания, то на сегодняшний день, что они пишут? Что нет данных, подтверждающих влияние сроков назначения прикорма на состав тела, риск развития избыточного веса или ожирения, атопических заболеваний, включая атопический дерматит и бронхиальную астму. Целиакия, пищевые предпочтения, пищевое поведение в возрасте 3-4-6 месяцев. То есть на сегодняшний день сроки введения прикорма, они так и остались 4-4,5-6-6,5 месяца. Сроки введения фруктов, овощей в питание ребенка первого года жизни не определяло частоту потребления в более старшем возрасте. Поэтому сроки введения первого прикорма у нас 4,5 месяца. Мама может выбрать овощи, кашу или фруктовое пюре. Введение в глютена остается в те же сроки, которые мы говорим о кашах, да, 4,5-6,5 месяцев, потому что введение глютена позже, в другие сроки, не влияет на частоту целиакии. Позднее введение потенциально аллергенных продуктов повышает чувствительность к этим продуктам, и возраст введения должен определять способность к восприятию консистенции продуктов питания, нутритивного статуса, чтобы не было аспирации. Поэтому что европейские, евразийские данные, что российские, они в этом плане практически не отмечаются. Ну и если мы с вами посмотрим на структуру потребления так называемых недетских продуктов детьми раннего возраста, высокое потребление насыщенных жиров, соли более чем у 50% детей, высокое потребление добавленных сахаров больше чем у 65% детей, низкое потребление молока, молочных продуктов почти у 40%, недостаточное потребление мяса у 18%, рыбы, овощей, фруктов тоже почти более 50%. Вот у меня на сегодня была на приеме девочка 3,5 года, ребенок не ест мясо вообще, причем мама не вегетариан,
валерьянка, но заставить ребенка что-либо есть, вот такое извращение вкуса, которое начало появляться, было связано именно четко с проявлением аллергических высыпаний, и ребенок очень сам по себе очень ограничил рацион. Соответственно, мы понимаем, что не вовремя введенные продукты в раннем возрасте в итоге в 3,5 года приводят вот к такому таким особенностям вкусовым, что ребенок еще и не получает даже в 3,5 года те продукты, которые должен получать, и те ингредиенты. Но то, о чем сегодня уже говорилось, продукция органического производства, они в своем составе должны содержать не менее 90% органического сельскохозяйственного происхождения, и остальные ингредиенты не более 5% от массы, за исключением пищевой соли и воды. Ну и вот если говорить о сахарах, то даже добавлен, вообще количество сахара может быть одинаковое, но, по сути дела, в разных совершенно продуктах качество сахара будет абсолютно разное. Если говорить о натуральных соках, то это не будет добавленный сахар. Да, если сладкая вода, то 28 граммов сахара может быть, но, тем не менее, он абсолютно не полезен для организма в таком виде. Уважаемые коллеги, я думаю, что мы принесли немножко нового в то, что вы знали. И еще раз хочу повторить, что дети – это не маленькие взрослые. Когда их пытаются быстро перевести на общий стол и гордятся. А я вот была в Италии. Там есть сыр для детей и макароны для детей с 4-месячного возраста. Дорогие коллеги, но он еще руками не может брать то, что есть. Но зачем ему макароны? Успеет он это? Поэтому все, что у нас сегодня разработано, оно не просто сделано, оно разработано с позиции не только научной, но все это апробировано уже на целых поколениях. Это удобно, это безопасно. И надо самое главное не пытаться детей кормить с дачи, потому что мы не знаем, что мы выращиваем, какие земли, какая у нас вода и так далее. Поэтому дети – это особая группа населения, которая может быть восприимчива к воздействию токсических веществ. Спасибо за внимание. До новых встреч.